попрыгаешь там. Ой, давай. Ты давай там, гамазек, не облажайся. Лишь бы, блин, пожрать, ага. Ебаный рот. Ну могу себе позволить. Туча денег нет, ты можешь позволить, блядь. Непонятно как. Странная ситуация. У тебя деньги есть, но позволить не можешь. Как так? Он эти прикопы делает. Заханыч. Бьюсь об закладки, нахуй. Кладмен, мудак, возра. Бетон на входе стоят чего, я не могу пройти к ним. Ой, не могу пройти в инст. Они типа толкаются там? Можно тебя будет взять. Они типа... Они типа... Ну чё, широкий нахуй или что? Ну чё, широкий, дохуя. Расступитесь. Ну если что, на орка, думаю, кто-нибудь тебе уступит. По ЕП-слот. Что это, сагрил сзади? На входе стоит чел, я не могу пройти. Ну, реши еще ближе к этому. Уже лечу. Танки, я вы понял, что, блядь. Дрочите что ли или что? Гомосек, нахуй, это ты? Хилы убили, нахуй. Хорошо. Ну а нахуй вы в рейд повернули 4 слуги? Чё, что, блядь? Понял, нахуй. Чё, ебанутые? Моча ебаная, блядь. А мы щит этот боешь родим? Нет. Куда тебе, ну, хилиги? Ну я щит возьму, себе буду хилить что. Все боешки деду. Мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Я так понимаю, мобы бегут, потому что танк нет, да, лишнего? Я понял. Ну типа. Мужики, там гильдия и тиловый эскадрон собирает игроков. Никто не хочет. Я не понял. Тиловый эскадрон. Тиловый эскадрон, блядь. А что тебе надо, следи? Кто не, тебе... Юля не могла повернуть. А кто тебе уступит? Я говорю, это этот, блядь. Кто тебе уступит слот? Вы договариваетесь, кто уступит? Я вообще не ебу. Призан? Кого? Ой, бля, бичи стоят, грипают. Ой. Я бабл прожал и побежал. Сейчас беду разъебу. Слава, ты про чё там? Будьте недалеко. Да ничего. В ПМ, блядь, отвечаю. ПМ голосом? Ну нет, блядь. Гитарой нахуй. Пианином нахуй. Короче, гомосек, я кидаю каски, ты все остальное. Я думал, ты скажешь, нет, анусом. Ладно, хорошо, я был... Неплохой. Да, неплохой ход. Зози в танка в третьего, прыгни тут на ребре. Чё мою рыбу жрёшь? Нихуя. Денег плати, говорит. Вот я пометил. Ебать, где фласки на СПД, нахуй? В натуре войт. Это вопрос. Костя, у тебя есть фласки? Поставьте ГБ. Нет, да? Я понял. У меня 8 фласок есть. Угу. Ну, по одной закидываю пока. Блять, дайте эту хуйню, сука, гильдбан кто-нибудь. И. Вот. И маговский столик еще. КД. Вот, да, гильдбанк. Блять, заебала эта хуйня. Шо, у кого ДД фласку взять? Так, ДД фласка. Не. Ушел Фира? СПД ушел Фира. ДД у призана, наверное, сейчас будет. Призан, чушка по, фец по, там по будет? По одной штуке.
Так, кто там еще? Шелфир 8 у тебя было, да? Угу. Шкафец. Уже 3. СПД у тебя шелфир? Угу. Ой. Ой. Че, все оставшиеся дал кому-то? Хорош. Да нет, Войт мне трейд кидает с плосками, я ему флеску даю. Как-то хуёво по математике, блядь. У тебя есть фласк, мужик? На фласку, мужик. Фласку буш? Буду, давай. А что дают-то, какую фласочку? Да, любую, на выбор. Где финал, босс? Антифрикан дают. Его пиздят. В смысле его пиздят, не понял. Ну, бля, там на входе стоят фрики. Грипуют, блядь, окулы кидают. Он типа это... Сейчас он лестницу моего суммонил. В угар вошел там, ебать, купаешься. Я думал, просто А9 оденет и пизды. Посиди пока там на замене. Святосу все равно там следить что-то надо было. Он че как возьмет А9 свою? А да, что да, следи да. Надо? Трафику кому-нибудь там напихает, там сейчас там будет чисто перецелка вообще. Желание. Че? Просто ауру. Мне сразу интересно, сдохнут танки или нет. Призан, мне кажется, ауру надо фила прыгнуть тут в третьего, в шестого. Кастер ауру. А то они сдохнут. Не будет. Да мне кажется, если там будет ваншот, там, блядь, и 600 хилом не поможет будет. Нет, так побольше захила по танкам будет. Короче, я поставил свою ауру, кастер, все. Ты гомосек там, ты сам как хочешь. Призан, спекнись чисто на этого, на ребро. Ауру бича, погнали. Ой, два тотема будет. А кастер ауру не будет? Сейчас там призан. В смысле? Отъестся. А, все вижу. Да. Переодень шмот. Шмот. Чуть не то, маны мало. 25 убийств, это долго играли вообще, пиздец. Так, все, танки готовимся. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Что там по гире? Надо дать. Понимаете, честно, непринужденно, что там по гире? Надо дать? Наверное. Я понял, нахуй. Как дела, блядь, на шипе, блядь, 7 секунд, нахуй. Ого. Ебать. А чё, у вас в рейде ни одного анхолика, что ли? В натуре лохо рейд какой-то, ну. Удалили. Кукмастер в танке, не? Или чё? Не, вот да. Блять, заберите его. А. В лужах не купаемся. Так хочется, я плохо мылся сегодня. Что, блять, плохо помылся? Чего, блять? Да. Грязный морд. Грязный живот охуел. Грязное животное. Чего, блядь? Грязный Морти на курорте, блядь. Грязное животное. Нет, господи. Да ну нахуй, да. Ребро в рейде, блядь, что делать, нахуй? Удаляем персов, нахуй. Ребро в рейде, блядь. Что, нахуй? Ты что, не видел, босс в рейде был, блядь? Так мы в рейд играем сейчас. Хуя ты рэпер, блядь. Ну ты же так сказал. Это ты так сказал, блядь. Слышишь, Войт, а ну навали Касседжу пару строчек, блядь. Может, за основу возьмет. Я думал, там кто-то, блядь, мопед заводит. Еба. Это дырчик старый советский, да, блядь? Да, по ДПС их хуйня, конечно, полная. ДД мочана.
О, моча. Кулер, роги моча, блядь, ебаный. Натуре, блядь. Нахуй рок, блядь. Мне похуй на твой артроз. Что, блядь? Исколиоз. Артроз, артриз и арамис, нахуй. А чё шипы побьём, приём, нахуй? Алло, нахуй. Это чё, 4 всадника старости? Четыре всадника бича, блядь. С радости, блядь. 4 всадника старости. 4 всадника говна. Атос, Портос и Мордан. Хил на шипе. Убить шипы. Похуй на шипы. Хорошая идея, я предложу это снять. Как же похуй на шипы? Нормально, да? То шипы не бьёт, тот пидор. То есть, ну ладно, ладно, Гошан, пользуйся, не благодари. То есть, получается, хилы не бьют шипы, это, ну... Бичи ебаные. Хилы моча был? Эй, чё, особенный какой-то? Нахуй меня всё время в шип берёт. А кто, кого берёт? Хилы моча. Хилы, блядь. Да, ты особенный. Карма. Нравишься ты ему. Чует слабых назад. Ладно. Ладно. Слабый. Блядь, да почему меня-то сразу? Нет, Зози не проебить, хилы работают. Да я работаю, блин. Мордон только, там кирпичи грузит, блядь. Пока Мордон. Чё у вас там по мане, блядь, заебись, всё, я смотрю. Хил на шипы. Нет, господи, нет. Все видят этот хуёвый ДПС? Да, 280к. Это, конечно, сильно. Я сейчас думал, я лужи водил, оказывается, хан сзади стоял еще дальше. 300к. Ну, учитывая, что челики на шипах висят иногда. Надо будет 10 секунд выйти с лужи, господи. Господи. Не может быть, холи приз сдох. Мои глаза. Что делать? Ну, если хорошая, но... Если шурамист вылетел еще. Я видел. Но я не подал виду, чтобы рейд не поддался панике. Чтобы не было дезертирства, нахуй. Шип далеко сзади на хенте. Ну, захилить тебя не будешь. Я тебя щитанул и давай дальше там нахуй. Сам я там убью, нахуй, спасибо. Он шипы бить не умеет. Хил на шипе. Стопроцентный шип, я понял. Ча, бля, повеселимся на леди, нахуй. Да, чувствую. Ой, давайте не надо, пожалуйста. Волну ГП. Осколок. Ой-ой-ой. Сука, осколок. Оп, хватай его, ебать. Сюда. О, вот это я заберу, призван уже забирал. Щиток, нихуя. Щиток, заебись-бись. Ладно, в следующий раз повезет. Ты шаману хотел? Ну, да я за ним 2 раза ходил, не падал, нахуй. Сейчас не пошел, раз упал. Ну, прикинь, как подлости. Лоши не увезён, блядь, хуяк щиток бисы. Кому старелогайтесь прям сейчас все. А, да, ставьте на дух патч себе, сука, на зеленый нахуй. Кто не поставит, тому пизда, нахуй, вычислю по IP, блядь. Саня, у тебя есть патч на дух, Саня? Только Сет же не говорит, что нельзя вычислить по IP. Глазами. Не-не-не, ставь. Ладно, можно, ебать. Как это называется? Бойтесь, нахуй. Там в Дискорде, короче, вкладка есть... повышение производительности. Там подписывают. Бля, поменяй хук мастера и ее местами. Да, тебе надо было его, что ли? Ну я нажал на оф. Блять, ну, как это оф. А, ты на оф? А, да я тому на мейн надал. Ну пускай будет у него хули блять, как сказать, перебьешься нахуй. Перетерпишь. Ну, терпаешь, ты дернешь. Да что за хуйня началась, бля? Вы что тут? Хули ты, блядь, деградируешь, блядь. Просто пиздец. А чё, кто, кого? Тихо, блядь. Расист. Да заебал, блядь, я не могу кольцо отдать. Мордан, тебе надо? Чё сагрили? Это кто сделал? Кто там ещё хотел кольцо это? Там Авелания ниже и в самом низу шаман. Чё забрали? Чё, я даже надо? Не хочу заходить, нахуй. Чё, нужна кольцо тебе, Глеб? Топ ХП я сделал, блядь. Алло, топ ХП я сделал. У него боссы, зубы, да. Пускай бежит. Ну, пусть тогда суду это у Авелани. У меня давай, там боссы, на 258 без дырки. Так уж и быть, всё, уступлю себе. Спасибо. Бляха. Хоть не щит, так это. А нахуя тебе с хостоль, блядь, кольцо?
Мне на холика. А, призрак хиле, заебись, вода в гире, нахуй, серьезно? Ну чё? Да? Они у кого больше гадюки нету, ну молодцы, ебать. Не, сейчас-то он ДД будет, это он только на ребро был. А, слава Аллаху, блядь. Слава Аллаху, да. Ебаный, да. Так, я патч ставить. Может, кто-то может интовое кольцо сделать? Ой, блядь. Да, можешь скинуть в ВЛС патч? Обратно. Я тебе хотел скинуть, мне Дискорд сказал, что, блядь... Да ну нахуй, вот, смотри, ищи. Размер файла слишком велик, блядь. Чё искать? Кушак Джордана, блядь? Кушак Джордана, ёбаный рот. Не бейте его, ёбаный, он сейчас убьёт всех. ОГП за кольцо! Чё, он хочет скинуть? Сколько? Ладно. Чё, погодите, закрыть. Киберкакер. Алло, киберфакеры, блядь, закройтесь нахуй, пожалуйста. Ты там давай это самое, делай что делай. Так, тихо, блядь, процесс идет. За этого нахуй. Замутать? Да, в натуре, блядь, пора. Захомутай. Давайте, мутайте меня. Хоть сам с собой поговорю, что ли? Че, все патч поставили? Да погоди. Не, че, я тэпнул. Пиздец, пропатчил нахуй, так жестко стало. Он же файлы никакие не заменяют, просто закидывает. Просто да, а чё он, блядь, все поставился, нихуя не надо больше. Все, нихуя не надо. Всё. Глаза только еще на второй фазе надо раскрыть на леди. А что напишет, дух пизда, беги или чешу, блядь, как ты должен? Там он зеленый 20 будет. Метров. Он прям зеленый яркий. А, понятно. Зеленые духи две штуки появляются, нахуй. Если они тебя хлопнут, то минус рейд будет, нахуй. Это 1000 гп будет, нахуй. Кикс гильдии, блядь, кикс планеты. А зачем мне время. Это? Я же говорю, блядь, шем удалю у тебя, нахуй. Вот зачем, блядь. И звание пожизненного бича. Стандбул. Ну, блядь, есть тесты рыбы, пожалуйста, я спрошу. Спасибо. Мне нету этой хуни ламаунт. БКББ, сука, стандбул. Нормально. Чисто битбокс уже приход. Я квадраты. Вадикон... Треугольники, аравист, луна контролит. И сервис сдохнет, то Зози луну контролишь. Если Зози сдохнет, то будет инвалид. Там, короче, там плечи боешные. Да мне похуй, блядь. Похую вообще. Нет, нахуй, какой квест? Вы что, накурились? Аравист луну делает? Ой, контролит. Да. Делает. В звезде, короче, бьют 4 мага, хант. 2 ханта, 4 мага и 3 совы. Вот, первого центрально убиваем, потом остальных уже на это, на остаточном явлении, блядь. А в кружке, в кружке играют Хукмастер, Вар, Мастер, Зози, нахуй, Призан, Зози, Призан, и, короче, смотрите, это, и вот кто ханты там, блядь, вы тоже тут, вы, короче, там играете, нахуй, не в шкаф поставьте, не везде, а в кружке. И первый поможете там пару выстрелов на центрального звезде моба дать, и потом в кружке. Я понимаю, вам смешно, нахуй, я могу как бы помолчать, и будете сами это все проходить. Хорошо, шеф. Я говорю, кому что пить, блядь, запоминайте, блядь. Кому что пить? Гомосек, танчишь звезде, нахуй. Смотри, не сдохни, нахуй. Так, Хукмастер, это, в танка спекайся. Твой моб с лестницы, с ромбика, ну и крайний к ромбику ближний. Вилаша, соответственно, кружок и ближний к боссу. И она первая босса будет танчить. Тут Хукмастер. Он спекается уже. Все, а то, блядь, думаете, что Хукмастер это... Хукмастер какой-то. А может, ханты тогда один налево, другой направо? В звезде убьете центрального и поворачиваетесь фул, убьете в кружке. Все, какие еще вопросы? Паладинов только два. Даем каску и даем крест. Больше нихуя не даем. Да, один дает каску, а другой кресты и кулаки, нахуй. Все, блядь. Сюда хоста. Два кулака не даю. Мне, короче, похуй, я даю проверку, блядь. Только на 10 минут. Пизда. Другого не даю. Так, проверка завершена. Че, значит? По призу дайте кулак. Да дал я, блядь, на 10 минут, отстань, противный человек. Слав, да гиру будет сдавать, с пула или потом? Потом. Да иди нахуй, сука, почему я не могу выбрать тебя, мразь? Ты, ебать, меня? Реально бесит, нахуй.
Шаман, хил и друид, нахуй. Диспельте проклятия вот эти. И маги тоже обращайте внимание. Проклятия, которые на людей вешаются, они КД дают на билку там на 10 секунд. Это вообще хуево. Так. На сфера туда и СС по войду, когда будет время. Трэш повернулись, бьем. Фанатика, заберите из рейда. Ну помог быстрее, РДД вас там дохуища. Вот со свято садись, пап. Ну пизда, мордаун, то сейчас застрелю нахуй. Не надо, пожалуйста. Скелет, скелет слева. О чем, блядь, его убить нельзя? Может, нельзя. Хилится еще уебок ебаный. Новый трэш. Новый трэш вышел. Блин. Боссу по боссу осторожно, нахуй. ХП видите босса? Там надо больше после трэша только переводить. Трэш помогите, кто там босса играет, нахуй. Слышно, нет? Вилаш, иди уже, бросай эту всю хуйню. Милики, все пошли ханты и приверженцев бьем. Забери фанатика. Контроля. Сначала контроль и трэш, который вышел в кружке. Обновляем контроль. Босса пока не бьем. Давайте Геру уже. Захиливайтесь. Блять, добейте, милики, вот эту могущественную хуйню, сука. Но она пошотает рейд весь. Вы чё, дураки, нахуй. Играйте быстрее. Пизду, нахуй. Зози, рез и Святоса. Духи зеленые, видно всем, нахуй? Понятно. Хлопанете, блядь. И Вилаша хлопнула. Ну как так, нахуй? О, блядь. Духи побежали. Они каждые 10 секунд. Тут... Да, блядь. Контролем. Духи новые. Мобы слева. Трэш, гомосек, ты тут? Spirits. Почему, блядь? Ты охуел, что ли, блядь? Чё такое? Ты дебил, нахуй. Фанатика, заболите, дух идет в миле. Мобов, иди танчи. Алло, нахуй, Вася. Там трэш бегает. Мобов все повернулись, играем, забыли про босса. Вадикон, рез и Рависта. Рависта, есть ниш шаду. Моба, забирай еще одного. Вы дебилы совсем, это пиздец. Кусака взорвал духа. Это кто, Пет, что ли, блядь? Нет, он не мог взорвать Пета. Ты что пришел нахуй, побегать здесь, блядь, или что? Spirits. Трэш вышел в кружке, ты видишь? Сейчас со звезды идет, совы, бегите. А ему поебать, он нахуй, он в центре комнаты бегает, блядь. Ну, ты не успеваешь нахуй, или ты первый раз тут, блядь. Ложитесь. Я первый раз, это... да. Я рот ебал, ну иди чиль тогда нахуй. Падайте, блядь. Взрывайте духов тогда. Ой, блядь. Я хуею вообще, тело такое бегает. Ты, ну, пришел просто, да? Босс сам убивается, по-твоему, или как, нахуй? Нахуя ты тогда такой танк нужен, блядь, если ты не знаешь нихуя? Ну иди читай тактику, хули я тебе могу сказать. Spirits. Так, по хлопкам кто там? Так, это мы в конце. Кусака это кто вообще? Ну и Вилаша, ладно, там. Сколько там тел сдохло. Потом Spirits. Трэш убил людей. Кусака это кто такой, нахуй? Ты хочешь сказать, Пет мой взорвал дух? Я не ебу, нахуй. Ну так аддон написал. Кусака, я не знаю, кто это. Блять, это бред, это мой Пет, блять. Заставайте, бегите сюда. Все, убирай Петов, нахуй. Заходи, кто там, Лингрен или кто на танка, заходите. Я первый раз слышу, что Пет взорвал духа. Рано проходку еще делать, блять. Вот на следующий КД придешь, блять, чтобы знал на каждого босса, что делать надо, блять, на танке. Хорошо. Ну только без обид, блять, ну я ебал такую хуйню. Не-не-не, все, по факту. Базара нет. Ты прочитай там, я не знаю. Я перезайду в игру быстро. Вкратце я тебе скажу, вот, босс не таунтится. Босс не таунтится в гере. Поэтому на него два ДК садятся, потому что они могут агро набирать очень хорошо. ЛПшками и они избивают ему каст. Ты идешь на трэш. Вот. И трэш, он на второй фазе появляется по три штуки. С одной и с другой стороны. И так чередуется.
Вот и ты должен уже, уже на той стороне стоять, где есть трэш. Не, я думал, здесь такая же история, как и в обычке, что... Не, тут намного все серьезнее, тут дохуя дел. Очень-очень дохуя дел. Так, все, я ухожу тогда, получается. Да, протанись. Сейчас Лингрен потанчит, поглядишь. Давайте шкаф. У тебя прям в аддоне написано, что типа хуйня взорвала? Ну, ну да, вон в чат написала мне эта хуйня. Да не, ну это баг, наверное, какой-то. Кто-то там рядом наверное, взорвал. Кто-то другой взорвал, скорее всего. Я уже не знаю, как это смотреть. Это надо по рекаунду каждого чекать полученный урон автоатаки. И там имейте в виду, когда челиков контроль берет, вы не значит, что совы назначены, они только все сделают за вас. Вы тоже даете эфиры, и превращение, и сало, и приморозку, и всю хуйню сразу сдаете. Как в ПВП, блядь. Чтоб челика максимально сделать, чтобы он вас не разъебал, блядь. Дайте... У меня сопротивление идет. Дайте рыбку. Надо сделать челика овощем. Сейчас, вот и все. Так, рыбка. Я же ставил вроде, нет? А вот ставлю. Нет, нет. Идея хорошая, жаль, только реализация подкачает. 3Б раздали пизду нахуй. Так, друид нули, тип не остается. ИСС тоже проебали. А патч заново не надо ставить после вайпа? Нет. Нехуй в гере без знания тактики тебя. Надо прям знать, что каждую. Тут каждая секунда дорогая, это очень важно, блядь. Ну падает рейд. 1000 челиков разъебали мобы. А он бегает, босс автоатака. Блин, грановнулся. Кулак можно? Бугается, наверное. Ок. МП5 пристан, пожалуйста. Сейчас. Знань, ты каски, да, даешь? Да. Я каски. Он прогрузится, видимо, стоит чуть на месте. О, пошел кабанчик. Что, МП5 дадите, пристав? Подожди, еще раз повторяю. Так, что у меня там, сколько ГП? 25, да. За что ему? Проверка была. А, я понял, блин, на мне. Глеб, ты понял, нахуй. Смените, блин. Да, блядь. На Глебе, кстати, себя тестит. Ингрен, дай кулак. Ты что, припод выпил, серьезно? Призен готов. Сэнкс. Дали ему кулак. Да, да. Нет, монорек смысла не ожидать, да? Не вижу. Сейчас сдам несы. По мне все есть. Нет, так я не боюсь, я просто. Я не боюсь, блядь. Я не боюсь. Да я не боюсь. Слав, Слав, у нас ШП чисто на леди сидят, да? Блять, испытывайте судьбу, Равис с Шлафером. А что такое? Ну что вы там готовы? Подходит близко, блядь. Кто дальше пройдет? Подожди, подожди. А то я буду в этом, в ДД-шмоте танчить. Скорее всего, а, то есть, на лестнице. Это мои секьюрити, нахуй, совы. Все, готов. Бля, ты, там не гляньте, ты, нахуй, ты трэш, хочу. Ты трэш бей, босс в последнюю очередь. Только трэш сначала, а потом босс. Все, готовы, блядь, да? На кассера. Да. Короче, уже заебался ждать, уже долго. ПДК нет, кулака только. Да и похуй, они и так 25 дают. Ну да. Просто пацанов разбросили, блядь. Ответ убил, нахуй. 25 дают, похуй её, блядь. Так, прогноз погоды. Сука. Страшно. Что, блядь? Я кринжанул, нахуй. Просто я лицо вижу, Войда представили? Она та сайта... Въедите по голове. Что-то хотел, блядь, пиздануть, блядь, забыл, нахуй. Да лучше не вспоминай, блядь. Еще нахуй прогноз погоды, блядь. Так это хотел, но забыл. Сука, сегодня душно.
Как это душно, вроде же должно быть проходом. Ну ты догадайся как. Понял. Ой, душит там, да, нахуй? Ожидаются осадки в виде ГП, да? Да это, блядь, точку, нахуй. Ожидаются осадки в виде ГП. Ожидается ГП торнадо, нахуй. Призы на контроль. Уже трое ебать, понятно. Ролд разъебали. За что? Этот, кто там, блядь? Друид инвалид рез и тролл, да? Да хули эти кассиры в простынях? В простынях? Греки ёбаные. Я леди ГП хотел дать только что. Давай нахуй за всех. Отомсти ей. Лям на леди. А так можно было? Это трэш быстрее и переводим. Только особое внимание сейчас. Там сейчас доты захуярят. Опа. Давай контролим людей. Обновляем контроль, самое главное. Довольно, вышли, служи. Ну чё, ещё один. Обновите не... контроль. Сейчас меня въебет. Сука, захиливай тебе. Только просите. Мобов бьём? Да ну нахуй, спирит. Сколько дух с мида выйдёт ромб и идёт в зиду. Соу, кажется. Если ты не дурачок, бей скорее крышечок. Угу, согласен. Блять. Отбежали, дух. Ваня нахуй не ждал от такого-то. Нет, если ты не дурачок, то скорее блядь, смычок. Этот, ну, тихо, блядь, хватит пиздить. Дух в центре. Ну, блядь. Я себе? Лао Шинь, мудак, сука. Хули ты стоишь, блядь? У тебя дух что, не зеленый, что ли? Седжу ресую. Смотри, дух там прям рядом. Хуй знает, куда летит. Не, они пропадут, я ресую. Авелания, нахуй. Спасибо, нахуй. Еблю, вставай, нахуй. Вставай быстрее. Смотри. Дух идет в леди, и один ромб идет. Укаст. На меня идет дух под боссом. В центре еще, смотрите, идет. Зауешьте трэш там, милики. Дух ромбик. Срых агро. С ромбика бежим. Добейте фанатика нахуй. Все, блядь, весь рейд. Дует инвалид за контроль. Или фанатики добьют вас. Так, Одикон реснишь Зози, Зози реснишь Шэдоу. Трэш и дух. Трэш повернулись, все про леди забыли. Алло, нахуй, прием. В Одикон Зози, Зози реснишь этого Шэдоу. Все в трэш повернулись. Нравится, кому ресать. Так, Равист, ресай МВП Ханта. Давайте повнимательнее с духами, это самое главное, блядь. Равист, законтрольте, он сейчас... Шэдоу. ШП, Шэдоу. Там все совы есть, с контролем. Блядь, самба идёт. Хилкаст. От босса. Так, МВП Ханта ресай ты. И кого ещё есть БР? У меня КД. А, все 5 КД, нахуй, ясно. Все, играем так. Сейвы по КД прожимаем. Лапку ну, дал. Бежим, в трэш все переключились, вон вышел. На ману. Там в дух не идите. Спирит. Вот рамба идет в мидл. И еще один идет нас. Сейчас контроль, секунду, готовьтесь. Своих не убить. Spirit. Духи в центре два. Прям в мелизону бежит. Законтрольте Вилани. Ебать. Тут мастер, спасибо бежит, тебе, нахуй. В контроле. Не знаю, Вулгрим там это в какой-то босса. В залупе, в глыбе стоит. А, все. Все, трэш вышел. Трэш бьем. Транквилы нету. Оставшие 4 хила потеем. Трэш, пошли бить. Пошли трэш. Кружок, сука, идем. Выводите хотя бы танки, пожалуйста, к трэшу. Ну, блядь. Пиздец, ну, нахуй, да. Я хуею. Танатос, ты совсем дурак, нахуй? Ну ты, блядь, с экзальтидов, нахуй. Ты вообще слепой, блядь, или чё, нахуй? Сейчас ещё хлопок, блядь. Удачный, нахуй, пизда. Тролл Дэя и Танатос. Тролл Дэя срываешь. Боишь, удал на пол. Чё, ебашим. Дамажим, вон два духа съебались с центра.
Дух на контра идет. Милизону бежит, смотрите, Милизону не проедет. Да ну нахуй. Трэш, поворачиваемся, бьем. Давайте, бля, играйте покруче. Нахуй. Дух с лестницы идет в мид. Покруче, ебать. Нет, направо пошел. Духи опять вон побежали. Центр бежит за мной, наверное. Контролем людей. Ханта, контрольте нахуй. Фидал. За контролем. Духи новые появились, не хлопните. Обратно. Тралда, не убейте сейчас. Не знаю, что не контроль. Я понял, все нормально. Там у тебя вилки пошли. Духи новые появились, центр и в кружке. И сейчас с кружка трэш пойдет. Давайте по боссу, давайте больше дамага нахуй. Или что у вас, блядь? Хуёво как-то по дамагу. Вон. В трэш переключили за доту. Появился тролл, беги налево, мордаун налево. Он вижу, бежит. Вижу. Ой, блядь. Spirits. Дух в ромбике. И везде. Блядь, мудак нахуй. Лаушинь, ты совсем пиздец. Дебил какой-то Spirits. Нахуй. Ты видишь духов или нет? Ты прям стоишь похуй. И взрываешь. Не убейте. И пять человек там. Шадона подчинение. Блядь, лаушинь, гусь нахуй. Все видели, да, как он хлопнул? Гуси, блядь. Гага. Давайте, у вас 3 хила осталось, короче, мордаун, блядь, инвалид, ты вела не, блядь. Пиздец. Дим, даю. Вилани, не проеби меня. Бэров нету, нахуй. Трэш я вышел. Не держу, вот, в трэш подходим и трэш бьем новый. Быстренько зауешь. Дух идет с рамба на милик. После этого трэша хуй, только босса играем. Нахуй вы наносите духов их, блядь, видеть должны. Блять, видят, взрываются, ну, но... Как видишь, что, да? У меня кош есть аккуратно. Контрольте. Макдаун-то не убейте, это контроль. Дабл контроль мне, блять, ебланы. Гимны на хп давайте сливать, yes. Там все потихоньку, сейвы. Шадоу, после этой стрел дашь еще один гимн. Фу, у меня гимн на ману только остался. Давай на ману. Трэш будете добивать или нет? Трэш добейте, прием, вот на звезде фанатики. Алло, рейд, я тебе пачки трэша не удержу. Веди потихоньку оттуда, подъебало, не встаньте, трэша. Я в тебе зубы дал, короче, проживи. Фанатика добейте. Спасибо. Вот этих вот. Еще эту пачку, короче, бьем. Алло, блять, слышно, нет? Вот эту пачку надо убить за 20 секунд. Быстрее бейте. Блять. Слезница идет. Все, он приверженец Амилики, добивайте, РДД по боссу дамажим. Фу, по боссу просто оставшийся бьет. Ебать, калеки, блядь. 6 лямов и смотри, 15 сил лежит, нахуй. Мипихан, ты где? Идет это на ромб, совы бежим. Трэш. Босса играем, 4 ляма. Надо трэш просто танчить, захиливать. Чисто босса. Дадите войско там, хилю. В кружке войско дадите, ДКшники. Он контролем. Зози фил, дайте кто-нибудь там, не знаю, хуйню-кунь. Я в мели там, не знаю, там дета, сука, еще дитер откатился. Зози идет, кто там, Зози, уходи, Зози, кто там. Масфер КД, я не могу быть. Не, ахуй просто, блять. Брит, инвалид хлопнул. Ох, блять, нас идет. Да, Масфер. Понял? Тебе гимн дам сейчас это... А, ничего не дам, я тебе поебал. Тебе инрог заебашь. Забей. Че, на Синдре будет твориться, я ваху. Это Лидия, это хуже, чем Синдра. Ебать, пот, блять. А че, посох кому-то нужен? Я бы нашел. На профиле, блять. Кто бы взял? Шадов забрал бы. Дайте Масрез. Спасибо. Касались голдыстия. У меня ДБМ справа, все подряд, и Нави Возрождение, и Кражда Крови, все подряд. И все это нахуй не надо. Месяц? Нету вроде. Я не видел. Че, глянь. Я ебал, блин, Леди, пиздец. Хуй нету. Босс. Сука, столько ебались, я осколок не дала. На трансмог возьму плеч. Может, он что-то заберет с кораблей, что ли? Кольцо там или что он хочет? Лингрен отдал шмот. А сколько не было, да? Лингрен не пыли. Вурдалак чей-то в воздухе стоит, нахуй. Прислужник мастер какаши, нахуй. Че, вы убили, Леди? Где он стоит? Да, к сожалению.
К сожалению, убили, блядь. Сейчас. Осколок выпал? К сожалению, не выпал. Хуёво. Дайте стрим, что ли, блядь. Пиздец, блядь. Хочешь хило стрим? Да похуй, что-нибудь. Я тебе потом это, Захарыч, покажу тебе отрывок, покажу тебе следы на третьей фазе. Кого тебе? Плечо. А, трансмок. Спасибо. 50 ГП, ну. Или 100 ГП. Думаешь, надо начитать ГП, я да, понял. Мастер? Не, ну я плечо отдал. Я никого не убил, кстати, хлопком. И даже себя не ёбнул. С проклятия цепенения рассеивали. Друид инвалид 8, будет 3, Эйя 1, Водикон 1, Тролды 1. Где там? А где духи? А по кастам? Что там? Не пишет. Не понял, нахуй. Ну, он Лаушин, блядь, три тела убил, нахуй. Себя убил, нахуй. Так, прерывание. Рависта и Вулгрима, нахуй. 12, нахуй. Как дела? Да ты читер. Чё, Гамазек обратно в рейд? Думаешь? Ну, пусть хоть шмотки какие-то полутают. Так один хуй. Чё, я на замене. Ну, я не знаю, надо ему что-то. Что там с кораблей? Монета, она бесполезная. Сурка вроде ничего нету. Да не, сиди. Все равно можно? Проходку на ЗС не сделать. Да и он там, ну, не сделает ничего в этом ЗС. В таком шмоте, в котором он сейчас. Ему надо четко, ну, давай, поехали, четко знать заранее, все, что делать тут. Виланить, нужно сильнее хилить. В смысле? Рози, уйди, занято. Занято, говорит. Я вроде как-то протопал, давай, уходил. Танатос АФК, блядь. Он меня запустил. Блять, как же говно бафы тут, сука. Стамина, когти, горн. Нам надо, чтобы все в одну кучку собрались, блять, и тогда ну, бафы. Уже пробафал. Просто прыгал, блять, по кораблю. Так легче. Ну да.